Модернизация флагманского Кадиллака City 6 едва не прошла незамеченной. Сообщать о ней специально не стали ни головной офис, ни российское представительство, и дилеры запустили продажи в медийной тишине. Фактически, обновленную машину впервые показали больше года назад на автосалоне в Нью-Йорке, но обычные седаны оказались в тени заряженной модификацией City 6 V с 8-цилиндровым битурбомотором. Этот двигатель по прозвищу Blackwing приготовлен и для обычных седанов City 6 Platinum, но до сих пор не готов к серийному производству. В январе Cadillac начал было принимать онлайн-заказы, но вскоре перестал, хотя начало официальных продаж было намечено на середину 2019 года. В России же Cadillac City 6 продается с одним двигателем. Это атмосферный V6 с полным приводом и 10-ступенчатым автоматом вместо прежнего 8-ступенчатого. Базовая комплектация теперь уже не лакшери, а спорт. Логично, что машине достались усиленные тормоза, адаптивные амортизаторы, подруливающие задние колеса и иная отделка салона. Версия Platinum отличается дизайном, четырехзонным климат-контролем и аудиосистемой Bose Panoray с 34 динамиками. Большой кроссовер Volkswagen Tiramon до сих пор продавался в России с двумя бензиновыми моторами — бензиновой турбочетверкой и атмосферным VR6, который выдавал 280 лошадиных сил, но из-за налоговых побуждений дефорсирован. Максимальный крутящий момент не изменился, но пик достигается на отметке в 5000 оборотов вместо 6 с лишним. Таким образом, владелец Tiramon-то в Москве сэкономит на транспортном налоге 23 тысячи рублей в год. Цены и комплектации остались прежними.